вытеснила из тройки призеров саму Ирину Слуцкую. И благодаря своей бронзовой медали впервые попала на чемпионат Европы. Александр, для 16 лет, для дебюта. Не случайно мы вчера беседовали с Виктором Кудрявцевым. Он говорил, что эта девочка еще покажет себя. Она еще удивит и публику, и судей здесь, в Праге. Во всяком случае, я вот завороженно смотрел на выступление Виктории, тем более, что она дебютантка европейского чемпионата, несмотря на то, что она была дважды бронзовым призером юниорских чемпионатов мира. Но все-таки взрослые соревнования, они совершенно другие, чем юниорские. Поэтому молодец Виктория, поддержала своих более опытных, если так можно сказать, подруг по команде. И, ну, просто, на мой взгляд, безукоризненное тоже катание, высокие прыжки, хорошая техника, вращения классные. То есть то, что должно вот быть в женском одиночном катании. Пластика, хорошая линия, высокая девочка, высокой 165 сантиметров. И я думаю, что и хотелось бы, чтобы и в дальнейшей ее спортивной судьбе, и прежде всего в произвольной программе, чтобы она точно так же легко, непринужденно выполняла все элементы, и в дальнейшей ее спортивной судьбе было все гладко. Все-таки 16 лет – это тот возраст, когда может произойти и перелом в судьбе спортсменки. Часто мы помним наших девушек, в таком возрасте они были хороши. Вот рядом с ней справа Виктор Кудрявцев. Не скрывает радости. Доволен. Ну что ж, мы можем сейчас уже начинать подводить итоги короткой программы. И я думаю, что пока еще оценок нет, но думаю, что все будет в порядке. Вряд ли Мария Бутырская наверняка останется на верхней строчке, а вот как
находится второй, Солдатова или Волчкова. Но, во всяком случае, тройка будет вся быть, русская, да? Мария Бутырская. А вот вы правы, Николай, кто будет второй, или Солдатова, или Волчкова. Волчкова все-таки. Да. Вторая Волчкова, третья Солдатова по сумме двух программ. И оценки очень высокие, очень. 5-6, 5-5, 5-6, 5-6, 5-3, 5-5, 5-6, 5-6, 5-7. Очень хорошие баллы. Вот, судя по ним, должна она быть второй. Да, она вторая. Большинство мест. Раз, два, три, четыре, пять, шесть вторых.